Приветствую вас, ребят. Приветствую. Продолжаем нашу кампанию за Францию. Ну и какие у нас дела? Дела у нас... Ну, не сказать, что плохие, но и назвать их хорошими тоже сложно, друзья. Пропустил я 5 ходов, ничего не происходило. Вот вообще ничего не происходило, друзья. На меня никто не нападал, я ни на кого не нападал. Сидел тут, отстраивал экономику, войска туда-сюда, агенты... Ну и всякое прочее. Ну и добрались мы до 25-го хода. По нашей старой традиции, которая началась у меня с Византии, мы каждые 25 ходов, друзья, открываем карту. Ну и смотрим, как вообще происходит, развиваются события в мире. Так что у нас, наверное, такая вот обзорная карта. Ой, карта, господи, серия. Серия по обзору карты. Но вначале немножко о наших делах давайте я вам тоже расскажу. Какие изменения все-таки произошли. Ну, главное изменение около наших границ одно. Генуе таки сподобилось захватить Марсель, друзья. Я не знаю, как у них это удалось. Что именно упало на голову тем генералам, которые около 10 ходов терлись возле этого города генуэзский. Но они смогли. Вот, смогли с большой буквы. Взяли Марсель. Потрясающе. Идем дальше, друзья. Идем дальше. Но я думаю, уже обратили на значок, который находится слева снизу. Да, на этот ход папа наш, сицилийский, точнее, папа, объявил крестовый поход, друзья. Крестовый поход на город Газа. Смотреть мы не будем, поскольку у музыки есть авторское право. Вот, на город Газа, это фатимидский халифат, вот он, это Газа, подорвались абсолютно все, кроме нас, мы сейчас будем тоже подрываться будем, вот сюда вот надо нам прибыть, пойдем мы, наверное, пехом, на кораблях не вижу я смысла, еще потопят какие-нибудь нехорошие дяденьки. Вот. А, ну еще что хотел сказать. Вот, возле Пизы нашей вновь высадились нехорошие дяденьки кордобские. Ну, плевать на них. Плевать. Так, кто у меня пойдет? Наверное, вот этот. Верховный маршал, 40 лет. Почему бы и нет, да? Давай, берем, значит, его. Я не помню, сколько отрядов нужно, чтобы включилась функция крестового похода. Так, ну возьмем двоих этих, и у двоих вот этих. 6 отрядов. Тебе этого хватит, друг? Хочет больше. Что ж тебе еще-то дать? Ну давай тебе оруженосцев 2 отряда отдам. Вот, теперь можно присоединиться к крестовому походу. То бишь, надо что-то около 8 или 9 отрядов. Все, присоединяемся. Да. И, как видим, мы уже можем сразу набирать себе здесь пеших рыцарей всяких разных. К примеру, давай сравним характеристики. У простых наемных странствующих рыцарей 6-17. Вот у этих 7-19. А эти аж 8-20. Святой крест мы брать не будем, он очень сильно замедляет движение. А вот ветеранов, крестоносцев и пеших рыцарей... Блин, содержание какое большое, а? Какое большое содержание. 520 монет. Да ты чё? И здесь 310. Ах, вах, 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 вах. Ну, мы, наверное, возьму я вот пару вот этих возьму. Абреков. Да, и пойдем дальше. Я думаю, где-нибудь по дороге мы найдем место, где мы сможем еще набрать народа. Как неудачно мы пошли-то, друзья. Очень неудачно. Тут немцы. Я, кстати, наверное, тогда и рыцарей. Жалко птичку. Жалко птичку. Не буду брать. В общем, так оставим, если что, как-нибудь отобьемся. Война у нас, конечно, Франция, Фатимиды. Но они все
католических государств не бывают, так что ничего. У меня здесь как раз вот прибыло подкрепление. Тут это, чтобы матик перемать кордобцы. Поднять паруса! Чтобы век они не видели хороших каких-нибудь вещей. Будет их приходится их обходить. Ну вот, более-менее мы восполнили потери в гарнизоне. Мне теперь еще как-нибудь... Ну, ладно, корабль здесь оставим. Вот, в общем, как-то так. Ну и еще единственное, наверное, друзья, я хотел еще один крестовый поход забацать из Бордо. Но, наверное, я остановлюсь на одном. Поскольку слишком дорого это. Там еще и конницу надо будет нанимать. Обойдусь одним стеком. Мы, конечно, друзья, не успеем. Мы не успеем, поскольку гораздо ближе находятся тевтонцы, поляки, венгры, Иерусалим. Хотя Иерусалим там, скорее всего, не пробьется. Вот. Это все фракции, они находятся гораздо ближе, и они раньше туда прибудут. Тем более, если какая-нибудь фракция типа Сицилии отправится на кораблях, она еще шустрее доберется. Вот. Как-то так, друзья. Но нам надо идти, набирать стек. Хочу хорошие войска. Может, что-нибудь дадут там рыцарственные. Рыцари каких-нибудь конных хороших. Вот. За этим я туда и отправляюсь. Идем дальше, друзья, по ситуации. Давайте немножко обратим свой взор на полицию. Полицию, господи. На политику, друзья. Вот такие вот дипломатические сведения, друзья, были вот на этот 25-й ход. Как видите, все объявили войну Фатимидам в связи с тем, что папа объявил на них крестовый поход на Газу. Кроме еще одного пункта, вы его уже видите. Престол Святого Петра объявил войну, друзья, немцам. Походу, папа хочет Болонью очень сильно, и они реально начали воевать. Воевать начали прям вот серьезно. Очень серьезно начали воевать. Они тут уже зарубились. Вроде бы как. Только идут, хрен их просышь. Разорвали союз Тевтона и Византии. Генуя разорвала аж 3 союза. Ну, с Фатимидами это понятно. То, что она разорвала союз с престолом Святого Петра, это шикарно, друзья. Это просто шикарно. Плюс освободился у них теперь Марсель ихний. И он еще плюс стоит без войск. Они разорвали союз с Данией. При этом они активно воюют с немцами. Я единственное вот эти 5 ходов выжидал. Думал, как-то немцы их здесь вот ослабят. Но вот не ослабили. Но может быть что-то еще произойдет впереди. Плюс мы видим, что от церкви, друзья, естественно, если уж престол Святого Петра напал на немцев, они их и отлучили от церкви. И у нас, друзья, вновь как бы вот мы можем пощипать вновь немцев, друзья. Ну и плюс союз заключил Арагон с Шотландией. И я под это дело, я до этого все с Арагоном улучшал отношения, тоже с ними заключил, друзья, союз. Вот такой союз. 10 из 10. У нас все шикарно. Союзы. И у нас появился такой тройственный союз. Шотландия, мы, Арагон. Таким образом, я считаю, что юг более-менее у нас теперь находится в безопасности. Я не думаю, что каким бы ИИ не был агрессивным, на союзника он просто так нападать не будет в спину. Но, конечно, надо тут держать отрядов по 5, но все остальное можно отсюда смело, наверное, выводить. И у меня получается, что с Бордо сейчас кинется куда-нибудь целая армия. Но ей найдется применение. Так, если по югу здесь все понятно, ну, допустим, крестовый поход в Венеции ходят. У меня здесь... Лазутчик. Давайте глянем, какие войска у папы. Папская гвардия. 8-18, хреново тучи их. Да, так просто к ним на кривой козе не подберешься. Ополчение с большим щитом 4-14, неплохо. Мечники, рыцари, арбалетчики, пики... Швейцарские гвардейцы 12-20. Мать моя женщина. Охренеть, папа. Что ты делаешь, папа? Вот это сила. Да.
Да, а вот немцы наоборот. Немцы, я посмотрел их, не как-то они, знаете, уже ослаблены. Ну еще бы они на всех фронтах воюют. Никаких тут прям вот, чтобы супер-пупер отрядов-то я у них особо не вижу. По примере, с таких не сильно разбавленным всяким ополчением, крестьянами. То есть, ну, ребята такие. Воевать с ними вполне можно, на нашем уровне находятся, в отличие от англичан. Но немцев зато много. Вот их реально много. Они вот так вот стеки смешивают. Но их реально просто писец. Просто писец. Ну, мы сейчас карту откроем, мы увидим, собственно, что уж там. Вот. Что еще я хотел? Так, я вот этим походил. Монро? Походил. Уже в пути. Всё. Давайте на север, друзья. На север. На севере у меня были небольшие проблемы с городами Антверпен и Реймс. В них ухудшился общественный порядок, пришлось принимать меры. Вот. Ну, вроде как я вывел ситуацию, нормализовал, но теперь проблемы есть в Реймсе и в Париже с численностью населения. Она стала убывать. Ну, вроде как я заказал в Париже, а еще только закажу. Скажу, здание нормализует. В Реймсе вроде уже заказал пекарню. Через 3 хода построится, и она хотя бы в ноль выведет. Вторая проблема для беспокойств, друзья, шотландцы. Шотландцы, друзья, задрали. Задрали чем? Они постоянно тусуют возле Антверпена. То ли напасть хотят, то ли они накапливают силы для броска на немцев, то ли еще что хотят. Так хрен их разберет. В общем, все это непросто, друзья. Ну и, конечно, основная жопа, друзья, основная жопа — это англичане. Мне уже когда-то давно, на серию назад писали сообщение, что обязательно прибудет сюда Кан второй стек. И это действительно случилось, друзья. Приплыл второй стек. А первый, в принципе, с этим наследником, они так здесь и тусуют, ребята. Так тусуют, то есть 2 стека англичан на кораблях возле моего города. У них, по идее, уже у этого принца должна быть... 1001-я пневмония от того, что он столько времени на воде находится. Но здесь, к сожалению, особенности неизвестны, не можем посмотреть. Но я так думаю, что я сейчас стек из Бордо буду выдвигать в Кан. Точнее, не в Кан, а, наверное, в Рен. Да, в Рен, чтобы он тут сидел в городе. Вот. И будем ждать, что предпримут англичане. Пока что я на них сам не рискую нападать. Я жду, друзья, чтобы они хотя бы начали войну хотя бы с Шотландией. Вот. И вот тогда мы ударим по ним как-нибудь, чем-нибудь. Тем более, что потихонечку войска улучшаются. Ну а мы, конечно же, учитывая всю эту ситуацию с немцами, которые второй раз выучили от церкви, мы, конечно, пойдем сейчас захватывать их города. У меня до сих пор, друзья, есть квест. А, кстати, у меня один квест уже выполнился. 2400 мне заплатил папа за то, что я принял участие в крестовом походе. И помните, мне давали задание захватить Грининген. А ведь задание так и висит. Задание было на 10 ходов. Вот 4 или 5 уже прошло, еще 5 осталось. 4000 мы еще можем получить, друзья. Ну, сам город я захватывать для себя не хочу. Причина, потому что слишком далеко от метрополии, далеко идти, плюс сюда может спокойно высадиться, допустим, англичанин. Немец может подвести много войск, и несложно будет защищаться. И плюс на этот город может закрыться Дания. Я вот не помню точно, является ли он, этот город, спорным для нее. Но довольно-таки частенько Дания агрится на Грининген, она вот здесь высаживает свои войска и захватывает. Уж не знаю, как здесь, как вообще в этом моде, но вот в старых версиях такое дело было. Так что я хочу этот город захватить, разорить и все. А дальше там, что хотят, то и пускай делают. Меня это особо не интересует в данный момент, расширение на восток меня не интересует. Вот, и после Грининга, я думаю, по этой дороге прям тюк-тюк-тюк. Я не знаю, как тут удобнее и быстрее будет. Может, на корабле вернемся в Антверпен. Из Антверпена этим стеком пойдем на Мец, друзья. Вроде как здесь, я вот посмотрел, лазучик у меня тут ползал. Вроде как здесь похуже стали войска. Появились какие-то бичи-крестьяне. Походу, хорошие войска все немцы угнали на юг. А здесь вот осталась какая-то шляпа. И вполне ее можно захватить. Тем более, что возле города кто-то стоит, это еще проще. Вот такие у меня, друзья, планы.
планы вот такие, где-то через сколько. Ну, на этом ходу я армию только выведу. Кстати, мне, наверное, придется выводить аж всех отсюда. А где у меня конница, Матье? А у меня конница, друзья, в городе Реймс. Я ее сюда все отправил, чтобы подавить... Ну да, чтобы подавить восстание. То есть я за один ход даже не доберусь, да? Да. Понятно. Ну, в общем, ход мы будем собираться, ход мы потом еще будем даже больше. Не ход. Ой, сеньор. Хотя нет, один ход мы будем плыть. Тут единственное непонятно, удастся ли высадиться, вроде бы как нет. Придется еще ход потратить. Ну, три хода, в общем, будем добираться мы до этого города. Ну и дальше будет уже жара. Это я уже все буду вам показывать. Ну ладно, это все дела такие. Единственное, еще вот это вот, друзья. Я вспомнил, тут перебирал полководцев. Вспомнил о Людовике Капете и о интересной таинственной карте. Как здесь пишут, что надо подвести полководца с этой карты к столице и несколько раз на него нажать мышкой. Правда, непонятно, какой именно кнопкой на мыше. То ли надо... Просто близко, то ли в саму. Почту за честь. Во, что-то упало, друзья. Персонаж получил новый трейд. Плюс один к верности. А, ну это Трубадура. Чё ты мне путаешь-то? А денег? Денег-то дали? А, карта исчезла, друзья. Вроде бы дали. Блин, ребята, что-то у меня как-то ускользнуло мимо моего внимания это дело. 12 тысяч было или больше? Ладно. Так, конницу всю отдаем. Она, в принципе, доползает. А, ну, конницу ее, в принципе, можно... кинуть к Антверпену вот сюда вот. И по пути забрать эти два отряда. А здесь тогда вот этого оставляем. Вот этого оставляем. И что ж, в Париже никого не останется, что ли, у меня? Так, ну вот это мне не нужно, он коцан. Ну смотрите, в принципе, нормально здесь. И как короля увели, и минус пропало. Вообще шикарно. Готов служить. Можно еще наемника взять, если что, его первым поведем на убой. Че нет-то? Че нет-то, когда да? Ну давайте, так и будем делать тогда. Так, здесь аккуратненько. Вроде никого нет. Хорошо, поднять тогда паруса. Здесь из Реймса мы забираем вот этих двоих. Кавалеристов и отправляем их вот сюда. И здесь, в принципе, можно еще из Артверпена взять один отряд какой-нибудь. Вообще по красоте. Здесь 7 отрядов. И скоро будет мятеж. Прикольно. Так, ну мы отсюда уже точно здесь высадимся. Хорошо. В общем, все нормально будет. На следующий ход, друзья. Так, ну это я уже потом все сделаю. Давайте займемся уже делами. Так. А, понятно. Открываем карту. Ну и поехали, поехали смотреть. Давайте сперва оценим Англию. Англию оценим. Шотландия держится. Все города у нее целые. Войска нету. Все войска она, походу, в брюге держит. Два стека. Вот тоже непонятно. Войск нет. Почему Англия на нее не хочет нападать? Для меня непонятно. В Англии раз, два, три, четыре. Четыре стека в метрополии, назовем это так. И еще два стека возле моего города Кана тусуют. Ну, конечно, грубо, но если вместе с мелочью в городах, то так и получается 6 стеков, при том, что у них гораздо меньше городов, чем у меня. У Англии их 7,
а у меня 12 на секундочку. А вот содержать они на 2 стека больше могут. Не правда ли? Приятно. Очень приятно. Ну ладно. Едем дальше. С этим все понятно. Что у нас в Испании? Арагон. Арагон силен, друзья. Взяли они Мурсию, Валенсию. Это у них все хорошо. Войск немерено. Португалия захватила Севилью. Испания в своих границах. Никуда не рыпается. Ну, кордобцы тоже сильны. Я бы даже сказал, что Кордоба очень сильна в этой катке, друзья. Вы заметьте, она вообще не потеряла никаких территорий Кордоба. Вообще никаких. То есть, если обычно, сколько я играл, к этому времени север Африки уже либо сицилийский, либо генуэзский. Посмотрите, здесь ничего подобного. К тому же они еще умудрились Калери захватить. Ну, почему умудрились? Они часто ее захватывают. Но они захватывали еще и Марсель. И вот только Геную отбило. При этом еще здесь у меня Пизу хотят. Очень сильно хотят. Чем занимается Сицилия, для меня непонятно. Она ни с кем никогда не воевала. При этом войск мало. Два стека, но один еще, скорее всего, ушел уже на войну. Мало как-то у них войск. Стрёмно. Очень-очень стрёмно. Но в Италии видим, что папа умудряется одним Римом содержать хреновую кучу стеков. Ну, компьютер. Венеция. Венеция захватила Анкону. Рагузу. Дурацию. Очень приятно. Захватили Дурацию они. И уже собираются потихоньку надавливать на византийцев. Однако, Венгрия тоже время не теряют, взяли Белград, штурмуют Скопье, захватили Софию, Фессалоники, на секундочку. Ну и Византии остается только отступать. Юг Греции держат они, ну и свои территории. Посмотрите, что здесь творится, друзья. Венгры берут мятежный Адрианополь, ну пока что еще только в осаду. Скоро будут штурмовать. При этом Константинополь находится в мятежном состоянии. И здесь трется Генуя. Вот где у них войска-то тусуют. Слушайте, тут очень все это любопытно и интересно развивается, я вам скажу. Очень необычно. Также Генуя так и сидит в кайфе. Да, убить Геную будет, я вам скажу, непросто. Но мы попытаемся. При этом византийцы пытаются он и Спарту взять. И активно воюют с турками. Синоп ихний, Трапезунт ихний еще. Значит, Грузия на них не нападала. Ладно. Это мы с вами как-то сильно углубились. Слушайте, но Византия жопа. Ни столицу не удержала. Ни на Балканах ничего захватить не смогла. При этом потеряла здесь уже кучу всего. Ее продолжают давить. Ладно, давайте вернемся к немцам, глянем, как они и что они. Хреново куча возле Болони воюет. С папой, с Генуей, с Венецией. Это все ясно. Здесь у них, да, как он говорил, здесь у них войск, мама не горюй. Можем немножко почетерить, посмотреть, что тут. Больше, чем обычно, нам не покажут. А отряды соответствуют действительности. Кёльн тоже слабо защищен. Войск рядом нету. Хотя вот эти вот ребята идут. 6 отрядов. Куда они идут? Но на следующий ход я еще войну-то им объявлять вроде как не собираюсь. Хотя если дойду, то объявлю. ХЗ, посмотрим. Но ход есть по-любому, куда этот отряд пойдет. Но я даже могу где-то хода 3-4 посидеть в осаде в случае необходимости меться. Я сомневаюсь, что за это время кто-то успеет подвести большие силы. Поскольку у немцев я этих сил больших и не вижу на самом деле. Тем более, что мы оставим голым этот город Грининген. Там, скорее всего, будет мятеж после меня.
немцам придется еще силы посылать сюда, чтобы вернуть себя обратно. Ладно, Скандинавия, что у нас как поживает Скандинавия? Ну, Дания в своих границах. Разве что вот мятежную Висьбу взяли. И все. Норвежцы неплохо выглядят. Они взяли Скару. Шведы скукожились, хотя они время тоже не теряют, взяли Ботну. Как вы помните, в предыдущей катке за Византийскую империю эту Ботну так никто и не взял, она так стояла мятежная. Так же, как и Турку. А здесь, смотрите, шведы и Ботну, и Салу взяли, хотя здесь уже у них идет махач с Новгородом. Здесь за Турку вообще тоже новгородцы. И мятежники, и датчане, в общем, тут круголесь идет хорошая. Поляки, что поляки? Поляки воюют с немцами, друзья. Границы у них не меняются, то есть как все было, так и осталось. Немцы взяли Вену, Загреб. Хотя у Загреба тут он мятежники ходят, бродят, колобродят. Венгры расширяются за счет Византии очень-очень мощно, друзья. Прямо, ну вот вообще-вообще мощно расширяются. Кино. Так, тевтоны, друзья. Ну, лучше себя чувствуют, чем в моем прохождении с Византией, где они сдохли. Ну и здесь они тоже как-то, знаете, не шибко, я бы сказал, что-то могут. Четыре города у них. С кем они вообще дружат, мерят, воюют. Давайте глянем. Просто интересно. Воюют. Ну, с Фатимидами понятно. С Новгородом и Литвой. В союзе с Иерусалимом. Ну, такое себе. Что-то я у них как-то вообще не вижу войск, честно говоря, у тевтонцев. Вот полстека. А, ну здесь полстека, ладно. Один стек тевтонцев, серьезно? Ну, учитывая, что у них 400 миллионов денег. Стремно, что у них так мало войск. Так, Литва. Литву бьют. Она скукожилась до двух городов. Войск тоже немного. Сопоставим, например, с Тевтонским орденом. Это все понятно. Киев. Ну что, они взяли Владимир-Волынский. Но во всем остальном они в своих границах находятся. Азак. Мутрак они то ли потеряли, Грузия захватила, то ли они не успели взять этот Мутрак. Я уже не помню, она там изначально дается или она мятежная. Так-то вот так, друзья. Новгород. Новгород как? Новгород, как обычно, расширяется на запад, но тут ему активно противодействуют скандинавы и шведы и датчане. Что из этого выйдет, пока что непонятно. Плюс до них рано или поздно дойдут, как вы сами понимаете, монголы. Которые, кстати, уже дошли, бугагашечка, дошли уже до Киева. И вполне уверенно осаждают Новгород Северский, друзья. Вот это кино. 25-й ход, ребят. 25-й ход. Монголы у Новгород Северского. Ну, они, конечно, это самый большой прорыв, который они сделали в глубину на запад. Так-то вот. Сверху еще он Владимир. Еще остатки половецкой орды. Тут один только Владимир еще, друзья, убивать и убивать на самом деле монголов. Но они, если мы уже видели, они частенько то мирятся, то начинают воевать. В общем, непонятно пока, что из этого выйдет. Ну, они взяли Рязань. Булгар. Елабугу. Идут на Казань. Ну, такое, друзья. Монголы очень, друзья, очень быстро завоевали в этой катке Хорезм. 11 ходов, по-моему, и они ее взяли. А вот дальше у них как-то они то воюют, то не воюют. Вот это постоянное, знаете.
Они уже несколько раз воевали с фатимидами, с турками, с грузинами, с Владимиром, с Киевом. И постоянно то война, то мир, то война, то мир. Стрёмные ребята. С кем они, кстати, сейчас воюют? Давайте посмотрим. А где вы? Я вас не вижу. Вот они. С половцами, с Киевом и с грузинами. Ну а что, правильное решение половецкую орду дожать, тогда же спокойно можно идти на Владимира. Да и Грузию надо добить. Правильно все делаете. Тут вон сколько городов жирных. Ну да, Грузии жопа. Это очевидно, друзья. Это очевидно, Грузия не вытащит. Так, ну а вообще тут у них по территории много что ли ходит народ? Ну да, прилично, прилично. Да уж, ну как, турки поживают, турки воюют с Византией, мы это видим, вполне успешно. С другой стороны, они захватили несколько мятежных городов. Дошли до Багдада. Да. И остановились. Что буду делать дальше, непонятно. Ну, как видите, турки, кстати, воюют с фатимидами. И он в осаде держит фатимидскую Антиохию. Такое себе такое. Иерусалимское королевство немного уже подобосралось. У них осталось буквально два города. Тартоза, Акра. А, извиняюсь. Четыре города. Тартоза, Акра, Керак. Иерусалим, который нам брать надо. Когда-нибудь. Ну, здесь у них войск, вы знаете, довольно-таки много. Довольно-таки много. Фатимидам нелегко с ними. У них там одни рыцари сплошные. Сложно с ними биться, с Иерусалимом. Сложно. Так, ну и мы помним, что Газа это твердыня вроде бы как. Ну, посмотрим, возьмут ее или не возьмут. Сибни Лавади, неверный. Да, друзья. Развивается эта катка очень интересно, я вам скажу. Ну, еще можем вот пока посмотреть вот это дело. Не все державы, а пять сильнейших держав, в которые входят монголы, немцы, мы, кордобцы и... Вот эта полоска-то вообще кто? Нет. А, и фатимиды. Фатимиды. Понятно. Ну, давайте мы поставим все державы, так будет интереснее. Территориальные, значит. Ну, монголы впереди планеты всей, это очевидно. Дальше идут немцы. Довольно-таки много территории они уже взяли. А вот на третье место, друзья, вырвались мы. Да. Опередив, собственно, Кордобу, кордобский халифат. И, в принципе, если мы себя так хорошо обезопасили с юга, то вот после того, как разделаемся с Генуи, если вообще разделаемся, ну, по крайней мере, захватим Марсель с Генуи, можно обратить свой взор, собственно, на эту Кордобу. С ней нам воевать папа не помешает, уж точно. Вот. И за ее счет, в принципе, можно как-то, наверное, усилиться. Все-таки эти провинции, они довольно-таки богатые на севере Африки. Так, по финансам. Монголы впереди планеты все, это очевидно. Дальше желтый, это что, Кордоба? Нет. А кто это? Генуя? Нет. Так, хер просышь. Пять сильнейших. Нет, не Англия, и не немцы, и не шотландцы. Дания? Фига себе. По деньгам Дания на втором месте. С ума сойти. Но мы в жопе, это понятно.
Так, рейтинг по населению. Мы на третьем месте. Растем потихоньку. Впереди немцы и монголы. Общий рейтинг. Ну, это все мы уже видели. На четвертом месте мы пока что. А вот военный рейтинг, который нас больше всего интересует. И вот здесь мы видим разницу. Сколько войск у монголов, да, больше всех в мире. Сколько войск у немцев. И нам везет, что мы вообще щипаем немцев только за счет того, что они свои силы на юг отправили. А вот они, силы Англии, друзья. И вы видите, что их чуть ли не вдвое больше, чем нас. Ну и потом идет Дания. Дания и еще кто-то. Чуть никак не соображу, кто. Нижняя Шотландия, что ли? Нет. А, да, Шотландия. Да. Шотландия и Дания. В общем, такие пироги, друзья. Вот такие пироги. Так, а если всех поставить? Ну да, тут по военке нас много опережает. Элементарно даже... Нет. А вот турки опережают еще. В общем, кино, друзья. Кино и немцы. Назовем эту серию так, Бугага. Ну, надеюсь, вам понравился такой вот обзорчик краткий нашей карты. Следующий будет на 50-м ходу. Ну и надеюсь, что уже дальше будет как-то поболее у нас войнушек. А то как-то приходится просто проматывать пока что. Ну, выжидаем, друзья, выжидаем удачного для нас стечения обстоятельств. Ну, а на этом с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить лайкос, писать комментос и, конечно же, подписываться на канал. Всего хорошего. И удачки.